За 20 лет существования военно-патриотический клуб «Поиск», а затем переименованный в «Заставу», проходил шаги становления и развития. Первоочередные задачи по поисковой деятельности позже начали вставать в один ряд с задачами по подготовке к службе в армии. И выпускники клуба, и действующие курсанты гордятся своими преподавателями, радуются сплоченной команде и с удовольствием тренируются, получая важные навыки. На днях клуб отмечал юбилейную дату. Мероприятие посетила и наша съемочная группа. У военно-патриотического центра «Застава» праздник. 20-летие отметили в Березовой роще в теплой дружеской компании. Юбиляров пришли поздравить представители Видновского станичьего казачьего общества, театральная студия «Маска», воспитанники городских спортивных клубов, а также представители районной администрации. 20-летний юбилей и все эти 20 лет существования этого патриотического клуба «Застава» останется в летописи истории развития Ленинского района жирными буквами и строками. Я считаю, что вот такой только дух может воспитывать правильное отношение к отчизне, отечеству, любовь к родине. Все эти годы центр проходил шаги становления и развития. Изначально его задумывали для проведения поисковой деятельности. Клуб, когда только организовался, был как поисковый отряд. Вот. Потом добавились дисциплины по армейским видам спорта. То есть на первую строчку, наверное, вышла подготовка ребят к службе в армии. В успехе воспитанников «Заставы» большую роль играют преподаватели и организаторы клуба. Они гордятся ребятами и их достижениями, которые возможны благодаря полученным навыкам. Очень много навыков и по раскопкам, и по подготовке к армии ребят. Этот клуб действительно дает очень много. То есть ребята уже идут в армию, зная, что они там будут делать. В ходе мероприятия курсанты выступили со специальной программой. Показательное выступление, где ребята исполнили сложные трюки, никого не оставило равнодушным. Михаил, оглядываясь назад, вспоминает, что сначала это казалось сделать невозможно. Понятно, что страшно. Тут под плитой лежать на стекле, да еще и там с ножами. Но со временем это как-то все... Это не так страшно там, как с виду кажется. Готовимся просто заранее, очень за много, там, ну, за месяц примерно. Все отрабатывается, все идет, грубо говоря, практически в полный контакт. Среди членов клуба есть и девчонки. Удивительно, но по словам тренера, некоторые дисциплины они осваивают лучше ребят. Наталья Афанасьева одна из них. Говорит, что несмотря на трудности, чувствует себя в армейской стихии прекрасно. Очень интересно, развивает боевой дух, развивает патриотизм. Отличные преподаватели, практика. У нас очень дружная команда, у нас все хорошие ребята. Берегут нас как занесок. Еще одна из значимых задач клуба – становление личности, воспитание таких человеческих качеств, как доброта, готовность прийти на помощь. Когда ребята проходят бок о бок, плечом к плечу многие испытания, которые, так скажем, пусть они будут и в кавычках, эти испытания, да? Может быть, оружие у нас и игрушечное, но, как говорил один наш коллега, холод, дождь, грязь – это все у нас настоящее. Поэтому ребята, варясь вот в этом микроклимате клуба, наверное, действительно, вот эти качества в них, они пробуждаются. Жизнь клуба «Застава» очень интересная и разнообразная. Дружный коллектив постоянно пополняется новыми мальчишками и девчонками, новыми результатами и наградами. Вот и на празднике членов клуба отметили грамотами и подарками. Но самое главное для этих смелых и отважных ребят – то, что они есть друг у друга. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.